Здравствуйте, приветствую вас у себя на канале. В этом видео будем создавать модель вот такого шлема из одного фантастического фильма. Итак, поехали. Для начала я разместил Mesh объект вот такую голову. Закрою проект тут. Далее поместил иллюстрацию на плоскость спереди и на боковую. Все это разместил каким-то вот таким вот образом, чтобы голова, ну, вписывалась вообще в контуры всего этого происходящего. И так далее, что я предлагаю. Далее я перешел в режим прямого моделирования, Do Not Capture Design History. Далее я выберу Quad Ball. Помещу его по центру. Ну, размещу как-то вот так. Обязательно нужно поставить здесь четное количество фейсов, чтобы были оси симметрии. Окей. Ну и данные. Да, наверное, для начала я отключу. Удалю вот эти элементы. Ну и вот эти тоже. Так, и, наверное, добавлю сюда симметричности, позиционируем все это. Окей. Так, выберу Soft Modification и попробую все это пропорционально вперед вот таким образом проэкструдировать.
Так, я закончил скульптить вот такой вот объект. А далее необходимо его конвертировать сейчас в поверхность. Displaying to be wrap. Окей. Ну, получили вот такой вот объект. Посмотрим на его кривизну. Ну, не так все плохо. Итак, далее, что я предлагаю, вернуть наш эскиз вид сбоку. Создать еще один эскиз. Включу видимость этих двух. С помощью сплайна, в принципе, как-то вот так даже все это замкну сейчас. Попробую применить экструд. Симметрично. Операция cut. Так, вроде ничего, только хочу вот эту часть сделать пониже. Поэтому все повторю. Ну, далее я ускорю опять видео. Так, получилось создать вот такой вот шлем с такими вырезами, вот с такой геометрией. Давайте посмотрим на секционный анализ в целом, как вот он здесь чем выглядит. -то. Вот, конечно, можно было бы немножко в сплайнах сделать здесь все поплавнее. Это все реально. Так, далее я предлагаю создать эскиз. И с помощью клавиши P я создам проекцию. Вот этих элементов. Далее сделаю проекцию этого фейса тоже. И попробую использовать инструмент Offset. Выберу весь контур и попробую проэкструдировать все на минус 1. Окей. Так, посмотрим, как поведет себя экстенд. Да. Здесь он себя повел неплохо. Попробую. Так, еще раз.
Так, вот я закончил моделирование всего этого. Так, отключу наши эскизы, верну видимость так, вот этому телу 100%. Нажму ОК.
Перейду еще раз в рендер. Так, что у нас на картинке? Красный значок. Ну, пусть будет красный. Только, наверное, эта накладка пусть будет глянцевая. Так, немножко поменяем scale. Примерно 30. И здесь scale поменяем на 30. Так, отключу наши картинки. Итак, вот такую вот модельку у нас получилось создать. Так. Накидаю еще материалы сюда. Беру Origin. В принципе, здесь можно, я думаю, попробовать применить инструменты комбайн между ними, добавить каких-нибудь филетов. Но в целом, я думаю, если использовать скан своей собственной головы, можно сделать что-нибудь подобное под свою собственную голову. На этом я данное видео заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. До новых встреч.